целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, совершающих выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, сотрудники региональной госавтоинспекции продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия «Встречная полоса». За прошедшую неделю в ходе несения службы сотрудниками госавтоинспекции региона было пресечено 130 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу. Так, накануне сотрудниками отдельного специализированного взвода ДПС в ходе несения службы в районе 1353 километра федеральной автодороги Кола был установлен автомобиль «Ситроен», водитель которого в нарушении требований дорожного знака 320 «Обгон запрещен» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершив маневр обгона впереди идущего транспортного средства. Аналогичные правонарушения сотрудники ДПС пресекли в районе 1345 километра федеральной автодороги Кола. Водитель автомобиля Mazda также выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Согласно действующему законодательству, за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения – лишение такого права на 1 год.